Смогу. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Танечка, уже успела транспорт переменить? Да, успела. Хвалю. Здорово. Привет. Слышь, кто это такая? Это внучка папки Дарьи. Приехала на каникулы погостить. Лёха! Алексей, следующий танец мы с вами. Алексей, мы же договорились. Я вас научу танцевать, а вы исполните мою просьбу. Какая просьба? А это уж наш секрет, Петр Николаевич. Лёх, какой секрет? Алексей, молчите. Thank you.
смогу. Сможешь. Главное, не бойся. Какая прелесть. Лёшка, ты же ее загонял совсем. Лошадь — самое красивое животное на свете. Правда? Не знаю. Вроде бы ничего. Хорошая. Хорошая. Ну что, попробуешь? Боишься? Попробую. Только вначале. Давай шагом. Ладно. Научилась твоя ездить-то? Нет еще. Пора бы уж. 3 недели, считай. Научится. Это бобры постарались. Угу. Тань, какое море самое красивое? Не знаю, я только на Балтийском была. Ну-ка, подержи. Лёшка, не балуйся. Гроза будет. Угу. Парит. Ты завтра опять работать будешь. А ты отпросись на 2 дня. За грибами сходим, на лодке покатаемся. Сено надо убирать и картошку. Скоро дожди вдарят. Скоро сентябрь, и я уеду. Лёшка, поехали в Ленинград. А что я там делать буду? Thank you.
Тебе не больно? Ничего. Здравствуй, дед Прохор. Здорово, соколик. За что я тебя люблю, Леонтий? Стариков уважаешь, лошадок любишь. А дед Прохор тоже любит душу согреть, потому как жизнь прожил трудную, длинную. Узнает тебя, Буянта. Ну, выбирай любых. Буяна давайте, тюльпана. Ну, бери. Здравствуйте, Дарья Ивановна. Ну что, разбойник, наделал делов антихрист? Что-нибудь случилось? Мне бы Даню увидеть. Я вот тебя увижу. Вот ухватом-то сейчас. Девчонка приехала погостить, а он... Ну что я теперь матери скажу, охламон? В грозу кататься надумал. А девчонка теперь в жару мечется. Глаза твои бесстыжие. Иди, иди отсюда, иди.
Чтоб тебе. Шальной. За вами поехал, как пить дать. Одним из французских социалистов-утопистов был Сен-Симон. Интересную жизнь. 20-летним юношей Сен-Симон поехал в Америку. В Америке он помогает американским колонистам.
ты уж не гони шибко-то, Прохор Игнатьич, тихонько езжай. Ничего, дело свое знаю. А то после болезни-то квела еще. И вот в школу на целую неделю опоздала. Бабушка, я догоню. Ну ладно, ладно. Прохор Игнатьич, ты уж ее, пожалуйста, в самый поезд посади. Не волнуйся, Дарья Ивановна. А, шпион, ты уж тут как тут объявился. Да я тебе сейчас, господи, и дала свет телег. Мы уже говорили об этом, бабушка. На лошади будет лучше. Ну, ладно, ладно, ладно. Ну-ну, ладно. Дай я тебе еще разок поцелую. Картинка ты моя. Ой, ругать меня мать будет. Не углядела я. А хламон-то, чертов, в грозу кататься надо. Ну, хватит, бабушка, он не виноват. Ну, ладно, с Богом, с Богом. Но... Зато на лошадках наловчилась кататься. Верно говорю? Верно. А машина что? Души в ней нету. Теперь только одни машины, дочка. А раньше человек без лошадки и человеком не считался. Лошадь и машина. То есть это, корова. Шаль, ты зачем сняла? Простынешь? Так легче, дедушка. Ну, гляди, гляди. Татьяна, вы не можете довести меня до станции? Конечно, могу. Садитесь. С Богом. Трогай, Леонид. Не забудь про сапоги. 44-й.